Добрый день, дорогие друзья! Вы знаете о том, что слепые люди могут смотреть кино? Да, для многих это покажется невероятным, но это так. Правда, здесь слово «смотреть» можно было бы заменить словом «слушать». Хотя вообще-то это будет не совсем точно. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что это необычные фильмы. Это фильмы с тифлокомментариями, в которых звучат голоса не только героев, их диалоги, но и между ними звучит голос диктора, рассказывающий о том, что в данный момент происходит на экране. Помимо этого, мы добавили субтитры, чтобы наши фильмы могли смотреть и глухие. Вы знаете, это потрясающе. Я однажды проверил на себе. Закрыл глаза, включил фильм и внимательно слушал, или, как выражаются слепые, смотрел фильм. С уверенностью могу сказать, я все четко понял, что происходит на экране. Увидел картинку, представил себе действия и так далее. Вашему вниманию предлагается проект «Кино для незрячих и глухих», который наш фонд «Живые сердца» реализует уже 2 года. К настоящему моменту нам удалось сделать 16 таких фильмов, в числе которых такие фильмы, как «Легенда номер 17», «Гагарин», «Чемпионы», «Юнкера» и другие. Примечательно то, что каждый месяц наш фонд проводит благотворительные показы в Москве, показы этих фильмов, а благодаря нашим партнерам и в других регионах России. Дорогие друзья, мы хотим, чтобы искусство было доступно каждому, и чтобы слепые и глухие люди имели равные возможности в сфере духовного просвещения, образования. Это наша основная цель. И мы считаем, что кроме нас, здоровых людей, им никто не поможет. Мы надеемся и на вашу помощь. Спасибо.